К новостям спорта. В Каракиянском районе прошел 5-й республиканский турнир по казахской национальной борьбе. Стоит отметить, мероприятие посвящено памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Салимжана Алиета. В спортивном мероприятии участие приняли ребята в возрасте 14-15 лет из Актюбе, Атырау, Кызылорды, Западно-Казахстанской области и мангистауские атлеты. Почетным гостем турнира стал чемпион Азии и мира по вольной борьбе, трехкратный призер турнира Казахстана Барысы Бейбит Эстебаев. Победителей награждали ценными дипломами и ценными призами. Мы с Салимжаном боевые товарищи. Тогда нас было 7 парней, сегодня осталось только 5. Мы с 89 года проводим спортивные мероприятия в память о нашем друге, о боевом товарище. Огромную благодарность выражаем Бейбиту Истыкбаеву, который вместе с нами почтил память Салимжана.